Берел сейчас, привез мебель для Альбининой комнаты. Брал машину. Сейчас мы все вместе поедем. Отдадим машину и заберем нашу. Ну, в общем, решили прокатиться вечерочком. В магазин еще зайдем, там что-то купить. Там уже, ой, какая большая машина, классная. И Рада возле дома. Ну, мы быстро туда-назад. А Джирюшка с нами. Как гуляла, я ее не стала переделать. Да, с сумкой. Главное, с сумкой и с маской. Никогда не забывает маску. Да, и маску. Счастливая. Ура! Ура! Я полетаю. Папа, сын. Она вода. Я баги тусма. А, смотрите, вот Берол в этой футболочке. Я Артуру. Тебе нравится? Да. Артуру дыньте. Болбу, болбу. Не дю, а да, не тим кладжи. А мама молиста. Болбара. Сенин аслын нерели? Ой. Бол, бол. Заехали быстренько к родителям. Быстренько. Смотрите, какой шкаф. А он здесь будет у них стоять? А что, они в комнату его не понесут? Нет, нет, нет. Бустренька. Здесь что ты знаешь? Это как... Бустренька, что взять для тебя? Вещи, кто-то пришла, вещи поставят. Называется, как кто-то пришло, вещи перенесла. Ну, баба, дед. Беру. Баба, дед. Ваня. А вот видите, какой стул крутой. А это вот для ног. Кабак Брома. Ага. Суртуми что-то кишты. Ну красивый цвет такой. Бак. А, ну еще катается. Не, а? О, еще и катается. Гля-гля-куа. Сау, сау. Класс вообще. Gelmedin mi? Öyle mi oluyor? Çok güzel. Ben çok soracağım. Demin de fark ettim de. O klasik şkaf böyle. Size gittiğiniz de. Вот эта сторона вот так. Bak ben sallanıyor, sallanıyor. Такой. Gösterdim ben sallanıyor. İzdes такой. Çok şey etme, düşersin bir çaylan üstüne. А вот маленькие полочки. Hızlı yapma. Klas. Buraya будет
мы как-то приехали, да? Угу. Куртка будет, что-то будет. Мы здесь будем. А, понятно. И здесь таблетки будет, что-то будет. Ну хорошо. И сколько такое стоит? Тысяч. Тысяч? Да. Гюля, Гюля, Кулан, что гюзел. Hep istiyorum öyle yiyor. Ayakkabılık. 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 Ay, он прям такой цветной, но не сами наклеили. Да. Сами наклеили? Да. А тут нет цвета? О, Альби. Берол такой хвостанишка. Не может. Не может. О, прикольно. Класс. А эти еще не привезли, да, Диана? Да, еще не принесли. Будет привезли. Ну все. Твоя мама теперь крутая, красота. А мне еще не дай взял, где я буду держать. Ты не добрый человек, да? Ben kaç senedir işte anca. Al şunu ver kıza. Şekerim. Rahat et. Cirin. Что дали тебе? Булочка? Ай, какая вкусная булочка. Уже времени много надо. О, видите, вот так вот получается ложиться. И все. И балдеж. Альбина уядна ма? Класс вообще. Альбина бурда мейда? Бен эрады не менгене бурак. Кызым? Не, она сидела, смотрела. Мы тут на 2 секунды забежали, не хотим. Уже время спать. Да. Надо бежать. Как смотри? Класс. Не, ну конечно, это одно удовольствие на таком сидеть. Сестра подарок купил такой. Сколько такое стоит? Ну, будут спрашивать просто. 800. 800 лир. Ну, цвет четкий вообще. Аллах. Hayırlı günlerde kullanmayı nasip etsin. Amin, 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 amin. Цвет? Цвет çok güzel. Еще желтый был? Я это... Нет. Еще. O Türkçe konuşuyor. Sen ne Türkçe konuşmuyorsun? Niye? O çok güzel. Ne Türkçe konuşuyor. Sen ne Türkçe konuşmuyorsun? Ne bileyim. Niye? Yeşil değil. Hakim. Haki yeşil. Albina, Albina. Babanı nerede küsün babanı? Albina, kızım gel. Скажи нет. Уйком вал бабан içi. Скажи, если я хочу спать, то все уже. Çayını koy, çayını koy da sev. Dur ya, dur ağzıma sokayım. Çay var. Что там, что-то внутри есть? Там еще начинка тут, да? Какая-то есть. Не кидай ничего. Бак, аркеем все япмею, говорю, аркеем. Все, все, пульт, пульт увидел. Плохо видно. Смотрите. Ну, потом как-нибудь приедем, скажите. Видите? Оно так, типа, такие туфельки. Ну, интересно, конечно. Hadi Allah'a emanet olun. Ben bunu balkona götüreceğim. Arabaya sığdıramadım. Sığdırsaydım alacak. Ne balkona? Ha, balkona. Ben oturuyorum ya, benim koltuk bozuk ya. Aha. Oraya. Ne harası. Şimdi koyamam ki anne. Koyabilir miyim bilmiyorum ki. Karaleye ver şimdi. Şöyle işte. Evet işte. Kızım o kraska kaydı. Ого, ты придумала прям место там нашла. Ты меня ждешь. Ну все, Альбина спит, и Джирин спит. Да, нравится? Ты рада говорить про мою ночнушку, которую я вам показывала. Пока я там укладывала Джирюшку спать, уже чувствуют этот аромат. Как вы думаете, что делает муж? Кто догадается? Джамми, почему не делаешь? Да уже поздно. Давай завтра выйдем. Подходящее время выберем, может быть. Вот, кстати. Тост берем делать. Я хотела показать это.
Я же так и не показывала. Благоновиться даже свободненько. Это Жирина увидела. Я ее, кстати, вот как купила, постирала и так не надела ни разу. Это Жирина сейчас увидела, говорит, а мне? Такая, а мне? Модница моя. Зейтин. 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 Peynir nerede? Zeytin. Ой, чё? Что? Это он сыр унюхал. Дай ему кусочек. У него аж сердце застучало. Уже сырная душа у нас. На, на. Ну, он с рук не будет, наверное. А, да, его надо выпустить. Туда положи. Он с рук не будет. Угу. Все ест. Вообще обожает сыр. Прям как это, как я. Я тоже люблю сыр. Да. Так, все. Сейчас возьму. В общем, мы уже дома. Ну, уже часа, наверное, полтора-два, да? Полтора, наверное, часа уже дома. Всех уложили, вот кроме помыла пока их всех, в общем, младшеньких уложила. Сейчас вот старшенькая осталась, ждет, потому что я сегодня пообещала, что мы посмотрим фильм, давно не смотрели наш сериал, поэтому она ждала меня. Вот. Мы еще, кстати, заезжали к сестре моего мужа, там немного посидели, попили чай. Вот, посмотрели на котов, у нее уже два, один такой рыженький, один вот, которого мы ей привозили, они там ее подстригли, в общем, такой смешной, вообще, но все равно у меня, представляете, я пришла, и у меня все равно на него аллергия, его обстригли, и все равно на него аллергия, я как пришла, как начала, у меня аж, я только не посинела, вот, честное слово, я не знаю, это, видимо, может быть, вот на Зейтина нету такого. И на того вот рыжего тоже, вот именно на вот эту породу, может у них какая-то шерсть там... Нет, сейчас психиатрии такой, потом. Да, как это психиатрия? Я зашла и начала задыхаться, даже твоя сестра, это, такая, что, а у меня прям аж это, комок в горле, у меня аж кислород перекрыло, здесь все как за вот этого сразу нос заложило, все на свете. Вот, в общем, потом, ну вот вы видели, мы заехали быстренько к родителям Бирола. Бирол хотел показать, что там прикупили. Вот мама такая счастливенькая, скоро еще диванчик, и все, обалдеть, можно, да, Бирол? Я говорю, скоро еще диван привезут, и вообще красота будет. Куда? Твоей маме, Бирол, кому еще могут диван привезти? Да. Не нам же. Нам как-то ребенка маленькая, я ничего не больше куплю. Да. Давайте я вам покажу. Приятного аппетита. У меня слюна идет. У меня не идет слюна вообще. Конечно. Это долго так делать вообще. Мне кажется, можно уже это слюну проглотить. Кто это любит? Язык проглотить, слюну проглотить. Ну это фигня вот этот вот вообще. Что? Ну вот это. Нет, почему? Да он нормально ничего не делает. Овощи не делает нормально. Это я пыталась, вот только если тост твой, то делает. А овощи вообще... Я 3 часа стояла, чтобы сделать там немножечко этих кабачков и немножечко это. Смотрите моего ждуна. Başka bir çözüm sunacağım sana. Sen eşyaları tekrime getirmek istiyorsun ya. Şoförde yokmuşsun. O yüzden ben sana şoförü sana sama sebe меняла постель. Сейчас заправляю и халямбалям. Bugün cumartesi ben seni yapacaksın. Daha yemek yok. Пришёл. Сейчас Зейтин от тебя не отойдёт ни на шаг. Бими, которые мы кофе покупаем, намного вкуснее, чем все остальные. Ну-ка, покажи, которые мы сегодня купили. Не, беру, вон пачка, папуль, вон. Кофе, да, да.
все, бим был закрыт уже. Мы вот такое купили. Вообще, тоже невкусно. Так, Зейтин, ты где там? О, только что там был. Он не спрыгнул? Только что был, где ходунки? Я все боюсь, что он их скинет туда. Приятного аппетита. Спасибо. У тебя попрошайка идет уже. Папулечка мне, папулечка. Приятного аппетита, Куша. Смотри, как сыр по тарелочке размазался. На этой веселой ноте... Что? А, слюна? Да. Да я ж не люблю это. Я суджук же не люблю. У меня нету слюны от такого. Ну все, мои дорогие, на этой веселой ноте мы закончим наш сегодняшний влог. Мужу приятного аппетита. Вам всем всего самого хорошего. Всех обнимаем, целуем. И по традиции увидимся в следующем видео. Пока-пока. Пока-пока.